Из всех ядовитых змей кобра выделяется особым отношением к себе. Во многих культурах ее считают самой опасной и самой священной. Общее значение татуировки кобры выражается рядом таких символов: опасность, власть, мудрость, возрождение и плодородие, милость и подлость. В Древнем Египте кобру ассоциировали с загробным миром. В гробнице Тутанхамона была найдена кобра, служившая символом защиты умершего фараона. Также змеи хорошо известны тем, что их использовала для убийства и лечения Клеопатры. Королевская кобра с распущенным капюшоном Уто всегда изображалась на короне фараона и считалась всегда горящим и всевидящим оком бога солнца Ра. Ее рисовали на стенах храмов как знак силы и власти. Люди относились к кобре всегда с опасением и наделяли ее способностью отнимать или сохранять жизнь. В Индии кобра с давних времен считается одним из самых священных животных и является символом суверенной власти. Увидеть кобру вблизи всегда считалось хорошим предзнаменованием, ведь эти змеи являются хорошими истребителями грызунов. Из индийской мифологии также хорошо известна волшебная кобра Нага, которая охраняла большие сокровища в заброшенном храме. В буддийской религии эту змею считают защитницей или хранительницей. В одном из буддийских мифов рассказывается о кобре, которая укрывала своим капюшоном спящего Будду от солнечных лучей. Также в буддизме кобру считают символом инстинкта. А в культуре Камбоджи известна семиглавая кобра, символ радуги, знак соединения между землей и небом. Самая ядовитая и устрашающая из всех видов кобр – королевская кобра. Она поражает созерцающих ее людей опасной грацией и свирепой красотой, вызывает восхищение и устрашение. Значение тату кобры с раздутым капюшоном и открытой пастью выражает большую опасность, призывает всегда быть начеку. Такая татуировка может означать смерть или быть постоянным напоминанием о грядущей кончине. Нельзя не упомянуть об уникальной способности змеи камалаживания – сбрасывания кожи. Поэтому значение татуировки кобра часто воспринимается как символ бессмертия или обновления жизни. Как женский символ ее принимают за покровительницу материнства и плодородия. Тату кобра часто символизирует опасность, но в то же время это намек на сексуальность и женскую змеиную грациозность. Потому что змея, в частности кобра, это искусница, животное, что толкает людей на порог. Кобра хорошо известна как безжалостный убийца и одновременно как признанная целительница. Исходя из всего вышесказанного, можно понять, почему и сегодня к этой ядовитой красавице не угасает интерес у людей искусства тату, да и в общем.